Очень часто происходит первый момент перекладывания ответственности на кого-то другого, на близких людей, на врачей, на кого-то еще, но только не на себя. И получается, не я отвечаю за свое состояние, а кто-то другой. И вот я такой хороший, красивый, и вот делайте так, живите за меня. Это один момент. Второй момент – это то, что вообще, что такое здоровье, как мы понимаем свое здоровье. Потому что, оказывается, понятия очень разные. Для кого-то это одно, для кого-то это другое. Ну вот скажем, что такое здоровье на самом деле. А что такое здоровье? А вот я хочу спросить сначала в аудитории, не буду признаваться. Я потом скажу, что я думаю, что такое здоровье. Вот, это второй такой момент. Ну и, наверное, третий момент, что мы в силу того, что постоянно перекладываем эту ответственность за принятие решений, за свое состояние на кого-то другого, мы не хотим заглянуть внутрь себя, и мы даже не подозреваем, какой огромнейший потенциал у нас заложен изначально. И, в принципе, человеку, чтобы быть здоровым, на самом-то деле не надо многого, надо правильно питаться, вести правильный образ жизни и просто уметь слушать себя. И доверять себе в первую очередь, а не кому-то. Ну вот, наверное, так. Спасибо.